Сегодня с вами умелые ручки Сони. И сегодня мы будем делать театр теней. И для этого нам понадобится коробка, лист белый, ножницы большие и маленькие, шпажки, черный картон, клей-пистолет и клей-карандаш. Ну что ж, начнем. Берем коробку и вырезаем экран. Вот таким образом. Теперь берем лист и наклеиваем внутри коробки. Я наношу клей внутри коробки. Ой, не так. Он засох. Театр теней у детей развивает мелкую моторику, творчество, фантазию. Вот что у нас должно получиться. Ну что ж, приступим к марионеткам. Чтобы сделать марионетки, вы должны определить, какой у вас будет спектакль. У меня спектакль будет «Монстрики», где главными героями будут монстрики, а декорациями будет домик страшный. У меня еще не хватает летучей мышки, и я сейчас буду вместе с вами рисовать ее и вырезать. Театр теней зародился в Китае. Ему насчитывается более 2000 лет. Есть такая красивая легенда про императора и его жену. Жил на свете китайский император. Он очень любил свою жену, но однажды его жена заболела и умерла. Его дела пошли плохо, он закрылся у себя в комнате и перестал со всеми общаться. Его подданный решил как-то подбодрить. Позвал императора в комнату жены. Там было темно, и занавески были зашторены. И когда он вошел, он увидел тень своей любимой жены. Он очень обрадовался, и дела его пошли в гору. Теперь каждый вечер он просил своих подданных показывать театр теней, где в главной роли была его жена. Так зародился театр теней. А теперь будем вырезать. Вот такая мышка у меня получилась. Теперь ко всем моим персонажам надо приклеить шпажки. Вот таким вот образом. Делать мы это будем клеевым пистолетом. Вот так вот. Приклеиваем. Вот такой вот. Все, застыло. Летучая мышь летит по небу. Вот. Театр теней у нас уже готов. Теперь нам нужна полная темнота и фонарик. Можно использовать телефон. А сейчас я вас приглашаю на мой мини-спектакль о монстриках. Жили на свете два веселых добрых монстрика. Неподалеку от них жил злой мальчик. Мальчик был очень завистливый. Его просто раздражало, что монстры делали хорошие дела. Решил украсть младшего монстрика. И когда старший ушел по своим делам, мальчик украл младшего монстрика. Вернувшись, старший монстрик не увидел младшего монстрика и пошел его искать. Он шел, и вдруг он увидел дерево и сел под него отдохнуть. Он услышал писк. Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Обошел дерево и увидел летучую мышку. Освободил ее. Благодарность мышка дала ему бочек, который найдет любую дорогу, и ключик, откроющий любую дверь, и отправился монстрик. Коротко монстрик пришел к развилке.
будет, куда идти, направо, налево. Помню, что у него есть клубочек, который найдет любую дорогу и правильную. Бросил клубочек и пошел за ним. И клубочек привел его к большому замку, где жил злой мальчик. Дождавшись, когда мальчик уйдет гулять в лес, Стрик достал ключик и открыл замок. Зашел туда и услышал своего брата. Нашел его, они выбежали из замка и спрятались за угол. Когда мальчик вернулся, старший монстрик взял ключик и запер его в замке. И мальчик остался жить на всю жизнь в замке. А монстрики жили, поживали и делали только добро, только добро и только добро. Всем пока, до скорой встречи!